Сегодня, 5 ноября, в БГУ открывается обновленный учебный корпус Института бизнеса на Московской 15А. Торжественную церемонию открывают ректор БГУ Андрей Дмитриевич Король и директор Института бизнеса Петр Иванович Бригадин. Это очень знаковое событие, поскольку все, кто здесь присутствует, вложили массу труда, массу энтузиазма в том, чтобы этот корпус был введен в срок, даже значительным превышением срока. Ну, я прежде всего, естественно, поздравляю всех сотрудников, всех студентов, весь коллектив большой Института бизнеса с новосельем. Здесь есть все условия для создания нового студента. Мы имеем уникальный образец того, как в крайне сжатые сроки можно сделать то, что планировалось изначально. Огромное спасибо, Петр Иванович, вам. Огромное спасибо вашим коллегам за то, что вот вы подарили такой праздник студентам Института, университета. После ремонта в здании появилось 22 новые учебные аудитории вместительностью от 30 до 120 человек. Современные компьютерные классы с мультимедийным оборудованием. Обустроено 20 кабинетов для преподавателей и сотрудников. Для работы студенческого актива предусмотрен класс для проведения встреч и заседаний. Помещения оснащены кондиционером и Wi-Fi. В обновленном корпусе работает уютное кафе. Современное оборудование позволяет обеспечить всех студентов горячим питанием. А теперь давайте узнаем у студентов, что им нравится в новом учебном корпусе. Я ценю его за новый дизайн, и он выполнен в современном стиле. Очень современная технология, мне кажется, это будет тренд еще лет 5. Знаете, в первую очередь мне нравится все. Мне нравится обновленная техника, мне нравится обновленная аудитория, интерьер. Ну, несомненно, это современная техника, потому что все наши компьютерные классы оборудованы современными компьютерами, и нам комфортно и удобно работать. Как и любому студенту, мне в первую очередь нравится наша столовая, где всегда вкусно, уютно. Ну, понятно, почему. А каким вы видите корпус будущего? Я считаю, он должен быть экологичным. Это полный отказ от бумаги и переход на цифровое обучение. И в целом наш институт готовит лидеров будущего, поэтому мы считаем, что мы в будущем уже. И главное, чтобы через 100 условных лет все оставалось точно так же. Я бы сказал, что эффект один. Студент, который здесь учится, это счастливчик, потому что убежден, ему не будет хотеться уйти отсюда домой.